Это что еще за дыра? Мне нравится. Простите, вы не знаете мистера Нило? Достойная публика. Мистер Нило, вы здесь? Фрэнк должен денег. А, это вы? Я хотела поговорить об одном деле. Неудачный момент для разговора. Но если вернетесь завтра с утра, тогда будет самое время. Нет, лучше сейчас. Меня зовут доктор Лили Хоутон. Нам с братом надо вверх по реке, и говорят, вы тот, кто нам нужен. Чушь и вранье. Не может быть, мне вас очень рекомендовали. У меня идея. Идите-ка прочь. Мистер Нило, ваше имя написано на всех лодках у пирса. По-моему, вы ведете себя нелогично. Это не повод ломать мою дверь. У меня много денег. Вы настырны. Да, мне говорили. Итак, мы направляемся в Верховье в сторону Перуанских Анд. У этого района нет названия на современных картах, но когда-то он был известен как Лагримас де Кристаль. Вы в портках? В брюках. Кстати, как и вы. Теперь в Англии так ходят? Но сейчас мы не в Англии, и хоть вас и шокировали мои брюки, я бы хотела... Фрэнк должен денег! Фрэнк должен денег! Фрэнк должен денег! Хотите выпить? Кто такой этот Фрэнк? Я без понятия. Я буду чуть-чуть. Разбавить? Мне так же, как и вам. Вы знаете этот район, мистер Нило? Все, что вокруг Амазонки, мне отлично знакомо. Но из всех мест на Земле вы меньше всего хотели бы оказаться в Лагримас де Кристаль. Но я хочу. Я окажусь. Но это вряд ли. Портки. Ни вы не сможете, никто другой. И вообще это не место для отдыха. Я здесь не на отдыхе. Откуда у вас карта? Она бесподобна, правда? Такая подробная и точная. Ее начертил картограф Агирре. Она принадлежала моему отцу. Он рассказывал мне о слезах луны еще в детстве. Поэтому вы прикатили. Из-за папиных сказок. Вы можете нас доставить? Или я попусту теряю время? Я бы мог, конечно. Но не забывайте о лихорадке Денге, анакондах и плюс-леди. Там охотятся пука-мичуна. Те, кто съедят вас и сделают красивые бусы из ваших глаз. Выберем что-то побезопаснее. Я, вы и ваши портки. Давайте прокатимся по городу. Я покажу вам водопады. Вам точно они понравятся. А еще есть стадо милых карликовых слонов. Посмотрим на слонов. Потерял ключ отсюда. Правда? Чисто. Той штукой не открыть. Поранитесь. Он острый. Мистер Нило. В детстве я играла с малолетними карманниками в Дели, так что готова. Я сама позабочусь о своей безопасности. А теперь поговорим о цене или мне поискать другого шкивера.